26 апреля казанцы почли память выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. Это ежегодная традиция, в которой принимают участие руководители Татарстана, представители интеллигенции и молодежь. Каждый год в 9 часов торжественные мероприятия начинались с возложения цветов к подножью монумента Габдуллы Тукая первыми лицами республики. Так и в этот раз почтить память человека, создавшего современный образ татарской литературы, приехали президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Медшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров, руководители республиканских министерств и ведомств, а также общественные деятели. Особое место в церемонии занимают студенты и школьники. Прививать любовь к родному языку и литературе нужно не только в аудиториях и на лекциях, но и на таких мероприятиях. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.